Если у вас есть какие-то сомнения, то это видео вам будет интересно. Вы можете сразу нажать на кнопку «Иду на курс» или послушать меня дальше. Все мы в жизни каждый день принимаем маленькие или большие решения. Оставаться в тех отношениях, которые нас не очень устраивают, или уходить. Открывать проект, о котором мы мечтаем. Или остаться на текущей, стабильной, понятной работе. Да, в конце концов, изменить образ или нет. И чтобы нам принять решение, реализовать эти решения, нам нужно преодолеть сомнения, которые у нас есть. А что такое сомнения? А вот откуда они берутся? Это мысли, опыт других людей. Эти мысли мы услышали, восприняли, усвоили, и теперь все эти мысли живут в нашей голове. А есть мысли, которые нас поддерживают. Иди, и все получится. Главное, иди. Есть примеры, когда у людей не очень получилось, да? Почему это вот у тебя должно получиться? Ты какая-то особенная? Идут мысли. Да, а может быть, действительно это мое призвание. И вот возникает диалог. А еще есть область чувств. Это наши истинные желания, потребности, мечты. Но, как правило, мы им не очень-то доверяем. Мы слушаем свои сомнения. И получается, ум сердца не в ладу. Женщина без сомнений. А так называется курс, который я подготовила для вас. И его прошли уже более 200 участниц. На самом деле я нашла для себя, открыла, что у меня есть другая проблема, которая связана с этим, с обидами. Это я чувствую гиперответственность за себя. Для меня курс «Женщина без сомнений» был неким таким открытием в разной области моей личности. Я работаю с людьми более 10 лет. И я знаю, как помочь вам избавиться от сомнений. Для меня такое большое открытие, что я поняла, вот на чем мне нужно работать, как мне нужно себя вести. Они научились доверять себе. Я стала совсем по-другому себя ощущать. И стали уверенными в своих решениях. Да и вообще им стало просто легче жить. Я считаю, это очень-очень-очень-очень хорошо. И в партнерских отношениях с партнером стали взаимоотношения более понятные. Отбросьте сомнения и принимайте участие в моем курсе. Спасибо большое вот за такое, что у нас была возможность поучаствовать в этом тренинге. На курсе с Таней работать одно удовольствие. Она легкая, душевная, открытая, принимающая. Женщина без сомнений. Спасибо тебе, Таня. Курс всем рекомендую. После него очень многие вещи встают на свои места. Вы станете легко принимать важные решения, и просто вам будет хорошо жить. Ну, в конце концов, я становлюсь женщиной без сомнений. Отбросьте сомнения. Приходите на мой курс «Женщина без сомнений». Прямо сейчас нажимайте на кнопку «Иду на курс». И до встречи!